Смотрите, это деревня! Я нашел деревню! Ура! Наконец-то! Привет всем, дорогие друзья! И сегодня я буду продолжать выживать в Майнкрафте. Сегодня я бы хотел отправиться в путешествие, там зомби убьем. Ай, больно в ноге! Все, ложимся спать. Мы начинаем. Давайте подготавливаться. Я уже, в принципе, там подготовился. И смотрите. Для путешествия нам необходима древесина. Да, древесина это очень даже... Нам очень сильно пригодится. Я там срубил деревьев там. Так, дуба. И потом переделал. Своим зачарованным топором. Я его зачаровал, да. Также у меня появился золотой шлем. От зомби. Я буду так, типа, маскироваться от пиглинов, чтобы они меня не били. Но это потом. Давайте здесь напишем какие-нибудь координаты моего дома. 272 176. Хорошо. Это нам будет нужно, чтобы потом благополучно вернуться домой. Вот мы, короче, сделали лодку, также карту, и смотрите, у меня есть лама и осел, они мне будут нужны, я вам расскажу для чего. Давайте их отвяжем, и, короче, я их хочу посадить в лодку, чтобы для транспортировки моих вещей, которые у меня находятся в инвентаре. Так что давайте их отвяжем, и потом уже я продолжу. Короче, отправиться я хочу вон за гору, у которую я живу. В общем, все. Лаву мне пришлось убить по некоторым причинам. Сейчас мы нагрузим осла вещами, которые мне на данный момент не пригодятся. Там кровать, которую я у жителей спер. Забор вон тот, вот я тоже спер у жителей. Там верстак, сундук. Короче, все, что мне пригодится в будущем. Вот эти вот два жемчуга края я получил благодаря мечу, который у меня зачарован на добычу 2. Кирка на удачу 1. Там бумага, новые книги скрафтил. Ну, в принципе, давайте отправляться в путешествие. Большая часть будет в ускоренной съемке. Наслаждайтесь. Это деревня! Я нашел деревню! Ура! Наконец-то! Так, давай, садись в лодку. Все.
На этом я буду, пожалуй, заканчивать. В следующей серии мы придем в эту деревню. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!